Как обезопасить себя от вируса иммунодефицита человека? Кто в группе риска по опасному заболеванию? В городе прошла акция «Стоп ВИЧ». Волонтеры раздавали на улицах листовки, а в мобильной экспресс-лаборатории любой мог сдать кровь на анализ. Раз в месяц перед крупным торговым центром собираются десятки первоуральцев. Здесь не проводят розыгрыши или лотереи. Здесь проверяют на ВИЧ. Потому что очень многие люди уже знают, что здесь раз в месяц будет машина, где будет обследование личной инфекции. Буквально за полчаса работы тест на ВИЧ сдали два десятка человек. Пока все результаты отрицательные, но успокаиваться рано. По последним данным, Свердловская область занимает 4-е место по количеству ВИЧ-инфицированных. В группе риска – люди в возрасте от 18 до 50 лет. И важно, чтобы как можно больше горожан узнали свой ВИЧ-статус. Да, это важно для здоровья, потому что ты будешь уверен в себе. Большая там зараженность или что-то, что многие не предохраняются, даже в плане татуировок, то, что делают и не смотрят, обрабатывают это все или нет, иголки и так далее. Экспресс-метод сдачи крови на ВИЧ прост и быстр. Результат готов уже через 15 минут. Помогают медикам волонтеры, которые призывают пройти обследование. Впрочем, уговаривать не приходится никого. Очередь возле мобильного пункта не редеет и спустя 2 часа. Ощущение того, что я не знаю свой ВИЧ-статус, вызывало у меня некоторую обеспокоенность, потому что для меня это важно. Так как ВИЧ-статус позволяет узнать, могу ли я, например, сдавать кровь. На сегодняшний день в Первоуральске больше 4500 человек состоят на учете в СПИД-центре. Сколько заболевших на самом деле, неизвестно. Если экспресс-тест показал наличие вируса в крови, медики советуют перепроверить результат. Для этого необходимо провести дополнительное обследование. Для этого берется кровь из вены классическим методом и уже подтверждается. Если положительная реакция подтверждается вновь, необходимо прийти в центр СПИД. Он находится на Диносе, улица Огнеупорщиков, 38, и встать на учет. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, служба народных новостей.